Привет всем! Вот такой вот каталог нам пришел буквально, наверное, неделю назад от Садов России. Это весной делали заказ в Садах России. И еще при оформлении заказа нам обещали то, что в конце года, соответственно, нам пришлют уже каталог на 2022 год, на весну. Конечно, хочу вам сказать о том, что это очень удобно, потому что очень огромный выбор. Чтобы вот это все просмотреть на сайте, это очень много времени надо, правда. И цветов большой выбор. И, конечно же, разных вот таких вот и ягод, и фруктов, и чего только нет. В общем, сделаю такой небольшой обзор. Самое первое у нас идет земляника садовая. Она у нас ранняя идет здесь. Среднеспелая и ремонтантная. Вот только земляники, смотрите, сколько страничек. Вот это все земляника. От 350 рублей она у нас. Вот, например, Альба за 5 штучек. Землянику в этом году заказывали, 3 сорта. Вся пришла в отличном состоянии, ее посадили. Отросла она, давала очень много усов, поэтому размножили ее и уже... Именно при весенней посадке в первый сезон она как бы не дает такой урожай, совсем небольшой только, а основной урожай будет на следующий год. При осенней посадке, если вы осенью, соответственно, высаживаете ее, то она уже будет весной вам, так скажем, радовать урожаем. Поэтому посмотрим, какая будет на следующий год. И в этом году обязательно, ну точнее, уже весной следующего года закажем несколько вот таких вот земляник. От 350 рублей, как я уже сказал. Есть, конечно, и подороже, 630 за 5 штучек. Есть очень крупная ягода. Сейчас вам скажу. Вот земляника Вимаксима. Вес ягод до 120 граммов. Она, соответственно, с 550 рублей за 5 штучек. Ну, большинство из них размножаются усами, поэтому, в принципе, если она вам понравится... Соответственно, это вам все окупится, потому что можно ее размножить. И, соответственно, хорошая земляника, ей как бы... Ну и цена, соответственно, у нее может быть тоже такая вот хорошая. Ну а так, главное, что саженцы приходят в такое хорошее качество у них. И, соответственно, с посылкой все хорошо, хорошо упакованы. Поэтому разная вот такая земляника. Вот эту землянику ремонтантную мы выращиваем семенами, но можно ее также заказать 5 штучек и, соответственно, размножить. Есть совсем мелкоплодная тоже такая земляника. Есть также земляника, которая рассадой продается у них. Это у нас земляника купчиха. Приходит она в стаканчиках. Так, дальше у нас идет ежевика. Ежевика от, получается, 410 рублей. Ежевика Полар. Основная, остальная подороже есть, и 420 рублей, карака черная за одну штуку, и скоро 720. В общем, цены разные, есть ягода очень крупная, вот, о, господи, какое название, Columbia Star. Здесь у нас ягода 8-12 граммов, такая очень крупная. Она самая крупная, вот, до 17 граммов, это карака черная. Есть, соответственно, ежевика, наверное, с шипами, а есть вообще без шипа здесь. Поэтому тоже все читать можно, соответственно, определяться. Малина Васёна. Сколько она у нас стоит? 550, а нет, 500 рублей за одну штуку. Здесь обещают огромный урожай, до 5 килограммов с куста. Потом тоже такая малина, разная, и желтая, и черноплодная. И красная, соответственно. Прям очень много. Выбор. Малина ремонтантная. И малиновое дерево здесь где-то было. Вот малиновое дерево есть тоже. Поэтому выбор огромный. Выбирать и выбирать. Удобно именно что-то именно посмотреть. Так выписать. И уже в интернете можно более подробно посмотреть, кто это как, где выращивал. Опыт чей-то посмотреть. И, соответственно, можно... уже дальше все это выписать. Что у нас еще здесь? Малина с ежевикой гибриды тоже есть. Крыжовник без шипы, кстати, он в большинстве своем.
380 рублей за штуку. 410. Очень удобно с бесшипым крыжовником. У нас весь крыжовник с шипами. Соответственно, весной с ним тяжело. Нужно его обрезать, эти сухие ветки. И под кустом надо прочистить. В общем, с шипастым вот этим очень тяжело. Лучше именно без шипы заводить. И ягоды собирать, соответственно, тоже можно обколоться. Вот такая смородина. Прям вообще ровненькая-ровненькая. И огромный тоже выбор. 350 рублей за штуку сокровища. 370. Ну, очень много. Это просто вот здесь смотреть, смотреть и выбирать, и выбирать. 350 рублей. Белая смородина. 390. Биала Ютерборг. Такие названия все интересные тоже. Розовый жемчуг. Смородина розовая. 350 рублей. Красная смородина. 380 рублей. Конечно, вот такой прям огроменный. И клюква, и брусника, и черника, и княженика. 720 рублей. Вот, например, черника за одну штуку. Княженика. Даже такого и не знаем. 560. Жимолости просто. Смотрите, сколько много жимолости. Вся крупненькая в основном. 390 рублей. 550 рублей. 360. Жимолость божовская. 360 рублей. Очень много прям. Виноград, кто виноградом увлекается, потому что у некоторых прям смотришь, виноградники такие, большие кусты, огромные тоже, это очень, конечно, здорово, у кого климат позволяет именно выращивать виноград. Тоже огромный выбор, 430 рублей, 670, кишмиш лучистый, 430, красота вообще просто. Кстати, он зимостойкий, может быть, даже и в Сибири его тоже выращивают, ну, как бы, все равно это надо что-то о нем знать. Как выращивать правильно. Очень много винограда. Шелковица. Не знаем такого, что это такое. Ирга. Голубика. Ирга, кстати, 650. Дорогая ирга. У нас она вообще она растет просто так. 650 рублей. Голубика. 410, 730. Прям очень много. Смотрите, яблонь сколько. Ой-ой-ой. Просто очень много яблонь. Мы в этом году выписывали 3 яблони от Мазунина, карлики Мазунина. Все они прижились, но только выписывали в садах Урала. Ну, здесь тоже есть они. 495 рублей, 495. Мы выписывали, кстати, дешевле. Там, наверное, было, не соврать, 270, наверное, было на один саженец. Груша, кстати, она зимующая, тут написано, что выдерживает заморозки до минус 40-45 градусов. То есть для Сибири тоже подходит. 520 рублей. Груша Чижовская. 520. Вековая. 520. В общем, очень много груш. И, кстати, они крупные такие вот. Груша Апрелька. 520. Прям такая она крупненькая. 90 граммов грушки. Такие вот. Облепиха. 395. Вишня тоже. Разброс цен, конечно, цены не дешевые, но главное, чтобы это было качественное все. Это же все окупится. 470, 470. Вишня. Бессея 755. Там такая дорогая вишня. 550 черешня. А черри вишни. Ой, это вообще просто не пересмотреть. И абрикосы разные всякие. И наборы есть, кстати. И сливы, посмотрите. И персики, ну вообще. Просто райский сад можно у себя создать. Просто очень много. Здесь почему-то без цен, кстати. Они, наверное, идут, потому что в наборах. Потому что вообще цены не указаны почему-то. Вот у слив вот здесь, например. Вот здесь какая жемчужина Урала. Какая красивая слива. Необычная по такой вот окраске. Слива канадская. Кстати, вот про канадские сливы написано, что... Или про канадские яблони, я уже не знаю точно. Но тут что-то канадское было, и там надо обязательно 2 растения садить, иначе они, чтобы они переопылялись и были именно сливы. Прям тут так и написано. Для обильного урожая вот канадская слива должна опыляться другим сортом канадской сливы. Вот указано тоже. Актинидия, фундук, барбарис. 340 рублей барбарис. Картофель. Кстати, заказывали кто-то у нас тоже картофель.
Вот так вот. И потом размножали. Прямо сейчас целыми огородами сажают. Огромными. Поэтому разный картофель. Конечно, главное, что он вкусный. Вот, например, красненький вот такой. Здесь очень много вот именно красного картофеля, который внутри желтенький. При этом мякоть у какого-то разваривается, у какого-то наоборот не разваривается. В общем, все здесь написано. Можно подробно почитать прям и посмотреть. Белорусские сорта картофеля. Вот вообще. Лук семейный. Смотрите, какой огромный выбор. 270 рублей. Вот Ферапонт за 10 штучек. Вот который мы выращиваем. Лук-шалот вот этот вот, который в таких вот растет. Ну, такими семейками, да. Он бывает и очень крупный здесь, кстати. Какой-то был прям вообще крупный, я читал. До 160 граммов луковицы. Уральский вот такой вот лучок. Цветы пошли. Каллы. 290 рублей за одну штуку. Георгины прям огромные. Смотрите, какие огромные георгины. Прям вообще здоровенные. 230 рублей за один клубень. Его, соответственно, тоже вы его выпишите, сохраните. Его можно потом будет размножать, соответственно. И даже продавать, если вот так вот кому-то можно будет продать. И если у вас, например, будет много вдруг. Такие красивые. Я думаю, что даже можно заняться таким бизнесом. То есть подзаработать немножко. И декоративные разные. Смотрите, огромные цветы такие вот. 260-230. Не такие уж огромные цены, кстати. 230. Вот эти, которые покрупнее, они по, соответственно, и побольше цена у них. Есть целые наборы прям георгинов. Вот 5 штук. Здесь даже 710 рублей. То есть цены не такие уж и огромные. 240 рублей, 220 рублей за одну штуку. Огромный вот такой вот выбор гладиолусов за 3 штуки 230 рублей. Такой выбор расцветок прям. Не пересмотреть. Гладиолус Русь 230 рублей за 3 штуки. Разные-разные расцветки. Вот еще одна страница. И все это гладиолусы. В основном такие 195 цена. 165, 185, то есть ну, не такая уж прям огромная цена. Есть, конечно, вот махровых набор. Получается, здесь 9 штук, 450 рублей. Лилий. Смотрите, как много лилий. За 2 штуки 210 рублей. 210 тоже, 290 рублей. То есть цены не очень прям уж такие кусачие. Прям. Еще одна страничка лилий. Тоже есть наборы. Целые, наверное. Нет, это по одной штуке продаются. 225, 220. Такой огромный выбор. Ирисы. 290 рублей, 280. Тоже очень такие вот разные расцветки. Ну, вообще. Канны. 220 рублей, 230. Смотрите, какой красивый лютик розовый. Лютик белый, тоже 230, это за 10 штук. Дальше у нас идут бабиана какая-то такая вот, иксия, 230, 210, уже вот так вот много всего. Розы, канадские розы, 1150 рублей, вот такая вот роза канадская. Название даже тут не... Мари Виктория, Викторин. Мари Викторин. 1150 такая вот красивая. 1150, 990. В общем, канадские дорогие прям такие розы. Почвопокровные розы. 695, 850. Солнечная сказка 695. Чайно-гибридные розы 560, 1200. Вот такая вот черная роза красивая. Слава богам, 580, 660. Ну, в принципе, у нас тоже привозят розы. Они больше 500 рублей точно стоят. Поэтому такие нормальные. А, конечно, некоторые привозят там совсем за 100 рублей. Но они сезон так немножко подцветут. А потом просто обычный шиповник. Вымерзают они, обычный шиповник растет. В общем, и ремонтантные даже есть. Прям вообще много всего здесь. Плетистые розы, вот такие красивые, прям вообще 630 за одну штуку, не так уж и дорого. 1150 есть. Плетистые вот карликовые.
Нет, коралловая. 630. В общем, разные такие. Астильбы. Такие тоже красивые. 330 рублей, 210 рублей. Астильбы, страусовые перья. 210. Гранат. 210. Ну, не очень дорогая, кстати. 280, 210. Такая белая красивая астильба. Белая глория. Астра кустарниковая. Так, здесь у нас она стоит 195. 195, 180 рублей. Тоже вот такая красота. Астра новобельгийская. 180 рублей. Астра вересковая. Смотрите, какая. 270 рублей. Не очень дорогие цены. Гехера 290. Лилейники. Тоже здесь вот и написан, какой цветок по размерам. И расцветка. Огромный вот такой выбор. 550 рублей. 195 есть, прям совсем недорогие. Но есть, конечно, и подороже. Вот такие вот. Такой разброс. В общем, на каждый кошелек. И ветреница. Тоже она, ну, сколько? 160 рублей. В общем, многих названий даже не знаю. Тысячелистник вот такой вот красивучий. 180 рублей. Пионы. А пионы дорогущие. 1300, 1950. Ну, вот есть 580 вот такой вот пион за одну штуку. 950. Названия, конечно, их все такие интересные. Адольф Руссо. 490 рублей. Мисс Экхарт. 550 рублей. Тоже вот разные расцветки, разные цены. Дельфиниума многолетний, который здесь вот они, кстати, крупный у них такой цветок. Не такой, который мы из семян выращиваем, там цветки все-таки они поменьше. А здесь прям крупные. Флоксы метельчатые, 250 рублей, вот такие разные расцветки. Есть прям наборы целые, 495 из 5 флоксов. Кстати, недорогие, 495 за 5 штучек. Соответственно, 5 можно вырастить таких хороших кустиков, и их тоже, в свою очередь, размножать, поэтому... Цены приемлемые вполне себе. Флокс метельчатый. Далила. 350 рублей. Такая красотища. 190 рублей. 150 рублей. 170 рублей. Ну, не такие уж большие цены, кстати. Хосты. 795 рублей. 240. Тоже вот такой разброс цен. Есть дорогие, есть не очень. 295 рублей. 180 даже есть рублей. То есть недорогие есть. Так, дальше у нас идет, кто это? Мак. Мак вот такой многолетний. Растет он долго, кстати, на одном месте. До 10 вроде лет. И ромашки разные. И папоротники многолетние. Сальвия. Кстати, тоже сальвия в основном из семян выращивают. А вот здесь она, в общем, такая красотища. Целое поле вот такое вот. 330 рублей за одну штуку. Наверное, она как-то еще размножается. Курильский чай, эхинацея. Вот такая вот ромашка красивая. Многолетняя, кстати. Есть и однолетние. Семенами выращивают. И многолетние есть тоже из семян. Люпины. Люпины недорогие. 95 рублей за одну штуку. Не так уж и дорого. Эхинацея вот 290 рублей. Курильский чай 395, 310. И тут тоже всякие разные названия. Традисханция, фиалка, морозник, купальница, полынь, вербаскум, кстати, который мы из семян выращивали. Вербаскум 490 рублей, прям дорогущий. А пачка семян стоит там буквально 20 рублей. Их всходит хорошо он. И он многолетний. Посмотрим. Есть немножко другая расцветка. У нас была смесь окрасок. Поэтому тоже из семян выращивается очень даже легко. Ландыш, монарда. Черемша. Прям очень много вот таких интересных названий. Цены не такие уж дорогие. 295, 180. Змееголовник. Колокольчик, котовник. Прям очень много вот такого выбора. Хвойные растения. 470 туя за одну штуку. Ель такая красивая. 450. В общем, такой вот огромный выбор всего. И можжевельник. Спирея, вот смотрите, какая красота.
350 рублей, 350, 290. Вигела. Гортензия, кстати, еще такая. Вот 450 рублей, 390 рублей. Аннабель. Такие огромные красивые цветы. 520, 750. В общем, выбор прям вообще огромнейший. Сирени. 790. Барбарис. Дёрин. Дальше вот будлея, азалия. 390 рублей. Азалия дорогая, 1190 рублей. И айва, и ива такая. Вот разные, в общем, всего чего только нету. Лаванда. В общем, выбирать и выбирать. Клематисы. 670 рублей. 550 рублей. Вот такой вот. Это разные. Такие вот все расцветки. Ну и цены, соответственно. Поэтому такой вот очень удобный потолок. Можно повыбирать, посмотреть. Прямо здесь смотреть и смотреть, не пересмотреть. Такая вот красота. Поэтому из-за удобства это, конечно, очень хорошо. Присмотреться, а потом уже можно более подробно о чем-то, соответственно, поискать в интернете. Вот такой вот обзор каталога. Кому видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.